минус второй этаж есть, капец. Мне кажется, ли тут лифт криво как-то стоял сейчас. Ну, впрочем, неудивительно. Эко Макс. И, кстати, камеры тут есть внутреннего наблюдения, а следить за ними некому. Стекло все разбили вот. Какие-то люди нехорошие. Видите, вон работает, а следить-то некому. Что же за халатность-то такая? Дом, кстати, очень неплохой. Ой, блин. А фоточку его с другой стороны я выложу вам в сообщество. Так что обязательно чекните. А вот. Подъезд номер один. Ну все, я в последний дом сейчас пойду и все. Ну, на сегодня все.